бывает и посуду мою, бывает и детей мою, и по квартире бывает убираюсь. На домохозяинов подразделять можно и мужчину домохозяином оставить, а женщина пойдет работать, если у нее перспективы лучше. Да, в принципе, помогать он должен во всем, в чем женщине самой тяжело. Или же разделить все тяготы пополам. Но и если же мужчина обеспечивает семью, то женщина должна тут стараться как-нибудь ему помогать наоборот. Мужчины, как уже доказано, хорошие повара. Ну, выходные дни – это готовка, это там мясо, это, я не знаю, там какие-то вкусные салаты. Ну, вот это только этим. Ну, мусор, соответственно. Никакой помощи. Это не мужское дело. Куда мы без мужчин? Никуда. Мне мой мужчина всегда помогает. Мы живем в своем доме, и мы всегда с ним все делаем вместе. Если в огород, то вместе. Дрова рубить, то вместе. Всегда все вместе. Поэтому и живем очень дружно и весело.